Петя, а вот вам, как актрисе театра, ГИТИС что-нибудь дал? Или все-таки ваша работа в шоу-бизнесе, я имею в виду, ну, на телевидении, гораздо больше вам вот на настоящем этапе помогает в лицедействии, так скажем, в игре? Ну, я не думаю, что работа на телевидении, она в этом смысле помогает. Нет. Угу. Я даже могу сказать, в образе что все равно, вот когда... я играла в другом спектакле «Вальс одиноких». У меня была главная роль, очень сложная. Угу. Такая достаточно комедийная в первом акте и очень трагедийная во втором. Угу. Просто вот там мне нужно было полные глаза слез иметь и выжимать их из зала. Что у меня получалось, кстати. Но я вот помню начальные мои репетиции, и кто-то приходил с телевидения снимать. Я, знаете, как этот кролик перед удавом. Я как только видела красную лампочку, я сразу туда поворачивалась. Я перестала надевать линзы. Поскольку я близорукая и плохо вижу, я перестала надевать линзы и просто ничего не стала видеть. И для меня зал перестал существовать. И мне стало очень легко. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».